Всем здравствуйте. Светланка с Долей прощается. Добрый вечер, скажи, мы собираемся, уже сейчас приедет Коля, скажи. Сейчас мама переоденется, и мы будем уже ехать, да? Мама передумала, взяла вот такую сумку, но она тоже на колесиках вместо чемодана. Да, она не тяжелая, она просто объемная бы там куртка. Долечка. Да, моя хорошая девочка, да. И Вильчик. И Вильчик тоже, и Вильчик обнимашки. Вильчик ползет. Ой, смотри, что он творит. Смотри, что творит. Что творит наша итальяшка, малыш, что наша итальяшка творит. Ты посмотри на него. Ты посмотри на него. Видишь? И дождик пошел. За мамой плачет Днепр. Не отпускает маму. Да, Виль? Сказала, мама, не хочешь, чтобы мама ехала, Вильчик? Сказала, мама не едет. Мама едет на твою родину. Так, Светланка? На твою родину Вильчик едет. Одела я специальные чулки. Одела, да? Да, на ногу, чтобы при перелете и машине буду ехать, потому что оно хорошо сжимает. Ну, конечно, в дороге будет нога болеть. Опухает всегда, я заметила всегда, после каждого перелета я прилетала, у меня нога как колодка. И надо действительно надевать эти чулочки, потому что они помогают. Но именно на эту ногу я одеваю всегда. Эх, настроение хорошее. Дождь, конечно, начался. Ой, Светлан, какой дождь льет, не на шуточку. Да, дождь очень сильно, да, все гремит. Светланка потихоньку собирается. Да? Не передавали? Не передавали, сегодня мне ничего не выбивало насчет дождя. Ну, что сделаем? Потихоньку доедете. Документы. Главное, документы, Светланка. Долечка, боишься, да? Да, Доля боится. Ну, она, когда гремит и дождь, то она боится. Тарюньку надо на ручки брать, да? Тарюньку надо на ручки брать, она боится, когда гремит. Главное, Светик, документа не забыть. Да. А то все ерунда. Моя хорошая. Да, моя хорошая. Мамина хорошая девочка такая. О, Вилечка. Да, Вилечка ревнует, что мама не берет на руки. Ого, Вилечка. А мама не берет на руки. Это вот только одно. Подурачиться, скажи, подурачиться, подчухаться, подчухаться. Подчухаться. Вот здесь молния, видишь? Здесь же молния на улице. Да не на шутку пошел. Уже? Но, слышь, как гремит. Да. Я ж тебе говорю, не на шуточку, смотри. А ты огород поливал. Ну, что я сделаю, я ж не знал. Да не на шуточку пошел. Но мне кажется, он сейчас пройдет. Он такой сильный пошел. Вилечка, иди, иди домой, иди. О, телефон, чтобы забрать. Вильчик, иди сюда. Телефон я забираю. Да пускай заряжается, или ты уже хочешь забирать. Я помню, что я могу уйти и забыть о телефоне. Да ну как забыть, ну что ты смеешься. Ты еще Коляня кушает. Ты тоже, может, в дорогу бы что-то еще поела бы. Ничего не будешь? Точно? Мы чай попила бы. Ничего не хочешь, Светланка? Доля переживает. Доля как кузнечик прыгает. За мамой переживает. Она больше за тобой бегает. А с папой будут спартанцы. Не так, как мама каждый раз зовет и покушать, покушать. А у папы будут только два раза кушать. Никто упрашивать не будет. Не, я упрашивать их не буду. У меня будут спартанцы. Папа шутит, будет всегда им кушать давать. Она боится. Боится, боится она. Она всегда, когда примет, она у меня на руках сидит. Только такая тяжелая, у меня... Долечка. Давай. Давай. Садись, садись. Я здесь, рядом с тобой. А ты взяла с собой курточку, какую-то ветровочку, потому что с машины будешь выходить, видишь, что творится. На заправках же будете останавливаться, Светлана. Ого, не на шуточку. Нормальный дождик. Давай ты забрал.
Смотри, какой ветер. Что, велосипед? Ну, это надо забрать его. Там же, смотри, вот этот моторчик. Он же подорожавит. Таня приехала и свет вырубила. И свет вырубил. Сидим без света. Да, Вилю? Ну, что, Светлана, как твое настроение? Да смотри, мокрое все. Жарко, корова. Ну, сейчас намочат тебя на улице. Штаны, колодку эту. Для меня трудно. Для меня надо полностью быть свободной одетой. А сейчас вечер, и вот так тяжело. На улице-то она хорошо, а в квартире очень тяжело. Ну, ничего, сейчас Коляня сядет в машину, включит кондиционер. Сейчас хорошо, ночью хорошо ехать. Лучше, чем днем. Жары такой не будет. Чтобы спали себя в комнате. На кровати. Мама расстелила кровать. Сегодня чисто мама застелила кровать, чтобы спали. А мы в зале будем спать. На диване валяться. На диване. Потому что здесь в зале хорошо. Один там спит, другой там. И место каждому хватает. А на кровати они меня облепят. Такая долечка, мы будем спать в спальне, да? Переживает. Он видит сумку, но он переживает. Он переживает, аж скурит. Аж скурит, он переживает, да. Он когда сумку видит, ого, какой проливает, ничего себе. Ну, я надеюсь, это только в Днепре дождик проливает, а может там где-то дальше будете... Ехать, может, местами не будет. Да. Но... А когда на игре не было, солнечно вообще даже капли не капнули. Ну, вот так полосой пошел. Хороший мальчик. Да, ягодка моя. Ягодка мамина, да. Sei più bella del mondo. Vera, sei più bella del mondo. А Доля ко мне на руки выскочила. Я ж никуда не еду. Она боится. Она боится, да. Она боится. Какой у нас хороший генератор, брата. Свет отключаем, мы все включаем. Не, надо будет нам купить. Шутки шутками, надо будет купить генератор. Свет часто, видишь, пропадает. Приезду в Италию постараюсь поснимать вам интересное видео. Покажу, как сейчас живу в данный час в Италии. Все-таки у меня не было уже столько времени. То, что говорят мои подруги, и то, что в реальности совершенно другое. Ну, постараюсь что-то интересное снять, показать. Обязательно сходим там, где мы жили, когда-то посмотрим, да, Дали? Центре. Мне самой даже интересно, как там все поменялось. И все-таки... Зайди до Розария, передашь привет от меня. Да, обязательно зайду к своим, там, где я работала, в ветеринарную клинику обязательно зайду, до своей Франчески, до Джулии зайдем, скажи, да? Вилькиных друзей ты увидишь, когда приедешь на Мальяну. Вилькиных друзей увидим, может, зайдем в парк, поснимаем, где там Нуда, Курнуда, Лира, да? Обязательно. Айрон будет обязательно. Айрона увидим, Марго увидим. А Лира стопудово будет. Да, скажи, обязательно. Лира, наверное, уже выросла, такая большая стала. Обязательно. Уже и дождь перестал. Долечка, конечно, их не знает, но а Вилечка до сих пор, называешь их не имена, он до сих пор головой крутит. Да, Виля, ты помнишь? Помнишь. Да что ж не помнит, он помнит хорошо. Ты когда будешь снимать, я потом ему по телевизору покажу это видео. Интересно, он узнает парк. Именно парк тот поснимай, где он гулял. Если mm-hmm. там будет собачкой. Ну, Александр, то, наверное, будет. Может, она скажу, никуда Александра, не уехала. Скажу, Александра, передай привет Вильчику. Что передали привет тебе обязательно, да? Ну, да, ему передаст привет. Ну, да. Погавкает. Ну, да, Лира, Марго, да, Айрон. Айрон обязательно, Айрон скажет. Виля, да? Лира придет, да, придет. И мы бы почухали его. Мы бы почухали, любитель чухаться. И все. Это у нас здесь такая привычка валяться, чтобы его чухали все. Да, Виль?
все, дождик прошел, сейчас мы будем уже ехать. Как раз свежо в дорогу да, ехать, как раз свежо, да. Будет прекрасно. Эти собой бутерброды? Нет. А кому ты сколько наготовила? То мы с матерью будем целый месяц кушать. Да, вы будете кушать, а мы будем ходать в Италии, да, скажи? По дороге будете ехать на заправке, кофе попьете, что-то перекусите. Пошли? Загрузим сумку. Влезет туда? А, да, там у тебя есть место. Попрощалась я с ними. Сейчас Коляня вложит хорошо все. Ну да, мама переживает. Ну, такое. При себе всегда надо иметь, правда, Светлана? Документы должны быть при себе. Я проверю, мы уезжать думаем. А где твоя мастерка, Светланка? Коля взяла. Машу, да, зачем футболку? Все, Андрюш, давай. Все, давай. Будьте мне. Все, давай. Все, счастливо, главное, счастливо. Спасибо. Пиши мне смс-ки, будете останавливаться на заправках, хорошо? А Коляня, все, счастливо, ворота, как я тебе открою? Надо ключ брать. Я и забыл за ворота, Светлана. Иду я ключ брать, я же не могу, надо вручную открыть ворот. Иду я ключ брать. Все, счастливо, Светланка. Не забывайте звонить, писать. Хорошо? Хорошо, Светик, все, счастливо. Передавай там всем привет. Хорошо, передам. Хорошо? Да, будьте здоровы, смотрите. Не переживай, все будет хорошо. Хорошо, что у нас ворота открываются ключом, а так, представь себе, если бы света не было, как бы выехали бы, не выехали бы. Развернешься, Колянь? За цветами смотри, пожалуйста. Конечно, за цветами буду смотреть. Не переживай, Светик, не переживай. Завтра проведай домик, и мне вышли фотографии. Обязательно. Обязательно, Светланка, обязательно. До конца ворота. Да ты ж открывал, не я. Теперь до конца. Потихоньку, аккуратно, не спешите, хорошо? Все, счастливо, Свет. Да, давай, мы будем... Хорошо, давайте, все, счастливо, давайте. Лежать можно. Хорошо, давай. Все, с Богом, счастливо. Главное, чтобы Светланка доехала хорошо. Потихоньку, не спеша, и доедут. Светланка переживает за наших малышей. Конечно, я буду смотреть за ними. Ничего страшного.